Серега, ну давай, за тобой, я за тобой, Серега. Погнали, Дим, ну нафиг. Картошку эту горячую. Шизанутый комплекс какой-то. Развить картошку. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Енот. Всем картошка. Привет. Сегодня мы играем очень крутецкую игру SCP Secret Laboratory. И будем просто РПшить, играть и выживать. Если опять кушать, приятного аппетита. А у нас первая попытка пытаться сбежать. Ну что, Серега, погнали искать карточки. Я уже тут профессионал, немножко выучил как, что, где. Если видишь, если горит красным, видишь, оно не открывается. Пошли. Сейчас я тебе расскажу все, я уже научился. Здесь, короче, всегда есть места, где лежат карточки. Где-то сюда что-то заныкано. А как тут? Вот так. О, а что это с ним? Он устал? Наелся и спит. Наелся и спит. Да. Так, Серега, всегда есть тактика. И я ее придерживаюсь. Еще один. Ну, тоже наелся и спит. Ну, шо. Нифига себе, я больше сегодня есть не буду. Нашел, а куда идти, Сережика? Ну, давай сюда. Погнали. Черт. Дим, тебе адреналин дать? Давай. У меня вообще ничего нету. А как выкидывать предметы? Правая кнопка мыши. Вкали себе и быстрее будешь бегать. О, я нашел. Стамина заканчиваться не будет. Не убить. О, движ пошел. О, у меня так немножко камера заблюдилась по бокам. Да. Офигеть. Так. Проверяем, Дим, здесь должна быть карточка, если нет, то значит... Ее уже украли. А когда у человека есть карточка, его убивают, у него выпадает карточка? Да, да, с него все вещи выпадают, Дим. Блин. О, другие дашки украли уже. Так. А тут? Здесь нету, пусто. Ящики, смотри. Ничего нету. А, стоп. А ну-ка. А, тут все сперли. О, воришки. В туалете карта есть. В туалете? Фу, да, блин, опять в унитаз руки сувать, ну ты чё шутишь? Там просто на полу валяется. А зачем вы сюда выкидываете карточки в говно? Ну, чтобы не нашли, потому что сбежать. Серега, а тут куда? Ну, давай пойдем в ВТ-00. Давай, я за тобой. Так, здесь карточка нужна для этого предмета. Полетели. Давай, Дим. Иду. Вы сейчас выйдете опять к дышкам. К дышкам идем? Не, в другое мы уже идем. Здесь люди уже были. Так, подожди. Я послышалось, как будто кто-то идет там. Дверь лучше закрой, Дим. Мне кажется, лучше закрыть. Да. Потому что есть у меня какой-то подозрительный звук в ушах. За вами собака идет. А это что он говорит? Зона. О, Серега! Дверь разломалась, ты видел? Не-не-не. Офигеть! Здравствуйте. Пятого уровня карту забирай, Дим. Мы тут карточку нашли. Серега, вот это халява. А оружия нету случайно у вас? Нет, ты подобрал. Да не подобрал я оружие, нету. Ты подобрал. Не, я подобрал. Ну все, давай, отлично. Пацаны, Серега. Собака. Вот это Серега разошелся. Ну Серега, ну не убивай, он добрый, ты видишь? Ага, меня сгрыз. Дави гранату, собака. Ого! Ты нафига ты в нас кинул? Я тоже кинул, Дим. Слепошарный. Бежим. А куда бежать? Да, я еще гранату кинул. Оно надолго, да, короче, слепить? Секунд так 5-6, наверное. Внутрь. Самое важное. Не могу подобрать. А могу. Макароны. Все, бросай сюда. Им. Или макароны по-флотски. Ой. Всё. Не, знаешь, как запомнить? Хотя бы шоколад. Видишь, один. Короче, давайте. Не, иди смотри, иди сюда. Смотри, видишь вот эти там назначения? 1-1. Да, смотри, да. Желтая карта, надо на 1-1 ставишь. Она улучшается до фиолетовой. Желтая все равно. Потому что получил. Еще раз надо. Надо 1-1 ставить, потому что его неправильно поставили. Так, надо ставить. И вот я ставлю 1-1. Бросай карту. Так, ребята, мы уже все обучаемся. Как что в этой игре делать? Очень круто все запилено, даже необычно.
Все, оно должно быть. После нее надо файн делать. И дальше пошло постепенно. Да. А и оружие так можно скидывать, улучшать? Да, да. Офигеть, необычно. Там кто-то ломится к нам. Смотри, посмотри, какие там у нее способны, ну, данные можно открывать. А пистолет, чекпоинт и двери. Можно две карты закинуть туда? А как нам выйти? Надо еще раз, либо улучшить карту, либо мне. Ой! Блин. Сходи. Будем делать кусь? А какой кусь? Мы же добрые. Чего так много шума? Это жесть. Так, 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 и что дальше? Куда идти? Ну все, у тебя появились карты, ты можешь убрём выйти вместе. Спокойно откуда. Музычка пошла офигенная. Ё-моё, ребята, вы где? Нам жопа? Я до сих пор внизу. Что за отчет времени? Ребята, убрём вместе. А отчет времени? Это, короче, там будет потом санитарные... Забегайте! Санитарные нормы врубятся, и будет распылен газ, и там все будет подыхать. По сути... Не надо! Надо валить! А все уже все. Нет, тут это 49-й, не надо, Дим. Валим нафиг. Валим, валим, валим. А то охранники нас убьют, давай сюда уже. Давай. Мы должны... нам сказали вас спасти. Да, да, да. Да пес вас знает, да? Но у нас тут командир есть. Я. Вообще-то я командир МТФ. Не пофиг. Так, куда дальше? Ой, здесь патроны есть. Пола. Вообще-то колу у нас... Колу не бей, Дим. Колу не бей, она это... Убивать тебя будет. Но ты будешь быстрее бегать. Ну, убивать будет. Попал. Я тебя разочарую. Так, и что вы сейчас делаете? Кругами доходим. Модификацию оружия. А как сбежать, чем мы стоим? Я перезагружаю систему. Понял. Давайте вот эту. Там что-то есть? Здесь кола. Опа. А, ну смотри, Димас, если ты выбьешь этот напиток, ты будешь быстрый. Но можешь умереть. Понял? Понял, это... понял. Да лучше адреналин сажать. Опа. О, у меня адреналин есть, реально. Чё, Серёга, поехали дальше? Погнали. Два укола сел у пано. О, 56, давайте еще один. Серёга, ну давай, за тобой, я за тобой, Серёга. Погнали, Дим, ну нафиг. Картошку эту горячую. Шизанутый комплекс какой-то. Развеет картошку. Нифига себе, я быстро бегаю. Сейчас тогда найду второй. А тебе не наравне. Нам через... Опять? Сюда? Не, блин, да. Блин, так боюсь вечно эти ворота электрические. Какой-то страх берет. А нет, за мной. Нет, может, за мной. Взорвем комплекс, Дима? Да нет, давай лучше сбежим. Я уже включил, давайте взорвем. Валим. Я могу взорвать. Нифига себе, тут сколько всего можно сделать, Серега. Да. Я даже не ожидал. Это тебе не Гаррис Монстер Вирадим. Ребята, если вы хотите с нами поиграть, то заходите на IP, который будет указан под роликом, потому что этот сервер лично я создал, и он называется Димас ТВ. Можете его найти по названию Димас.ТВ или через IP прямое подключение. Дима. И будем играть вместе с вами. Давай, Дим, вот выход. Отлично, отлично. Что, будем взорвать комплекс? Да, да. Не, лучше сбежим, наверное. А мы сбежим можем... и взорвем. Да, мы можем взорвать связь, и где? Сбежать. У нас будет а кто там, Серега, остался? Перед тем, чтобы пофиг, пускай. А блин, я боюсь, зачем? А нет, стой, можешь взрывать идем. Серега, зачем ты? Да по приколу. Блин, убил. Серега! Ой. Ну ты убил всех. Я маньяк. Распродажа в школе столовой. И короче, сегодня пюрешка с котлеткой. А что было убивать всех? И короче, сегодня будет блин. Да твою ж калашматки. Смотри, что сделал, а. Блин, да получается, Серега, мы считай сбежали.
Ну, нас убили. Это была самая лучшая попытка из всех. Серега, реально, твое предательство нас погубило. Ну, Серега, и нас убили. Смотри, там SCP всех мочит. Мне кажется, так и в реальной жизни, да, бывает? Когда человек предает, то все умирает потом. Срезать не найдете. Ты что, человек с ума сходит? Я врачи. Угород. Вы нас не найдете, все. Ты думаешь? Да, да, он в лифте спустился. Да вы крысы, что ли? А, нет. А, я понял. Где, где, где? Давай, сейчас, сейчас. Давай, сейчас. Серега, покажи вещь. Паста за лягушку или птицу? Нету. Они крысы. Красиво! Просто. Победа из... Родёныши! Из СЦПи выиграли? Да, мы победили. Все почти победили. Но мы выиграли. Честно. Выиграли, выиграли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. Посмотрим мои ролики еще.